Гаджи Ибрагимовича, вторая подряд победа за счетом 3-0, удачный старт в первенстве. Довольны ли сегодняшней игрой? Довольны игрой, довольны первым таймом. В принципе, то, что мы планировали, команда выполнила очень хорошо. Во втором тайме немного играли по счету. Должны были продолжать так же, как и в первом тайме. Но некая скованность, результат позволял немного успокоиться, поэтому вот такой конечный результат.